Привет, с вами Диана Лауши, и сегодня мы продолжаем и заканчиваем разговор о коварных согласных. Часть третья. В этом выпуске нас ждет знакомство со звуками «дж», «ч», «ш» и «ж». Когда мы произносим эти звуки, нам необходимо подвернуть язык назад. Как это? Смотрите, вот ваш язык в обычном положении, и вам необходимо немножко подвернуть его кверху. Помните, где у нас находятся альвеолы? Если вдруг подзабыли, давайте освежу вашу память. Сразу за верхними зубами у нас есть небольшой бугорок. Попробуйте поискать его. И когда мы произносим наши новые звуки, нам необходимо подвернуть язык и кончики языка упереть в эти альвеолы. Давайте послушаем, как это звучит. Ж, ч, ш, ж. Попробуйте со мной. Давайте поговорим про каждый звук поподробнее. Итак, звук «дж» – это сочетание русских звуков «ч» и «ж». Единственное, вам нужно постараться не расщеплять их, то есть произносить одновременно. И не забудьте подвернуть язык. «Дж», «дж». Звук произносится с напряжением, с таким упорством, поэтому первое время будет непривычно, возможно, будет побаливать челюсть. «Дж». И давайте посмотрим, в каких словах встречается этот звук. Например, «джао». Джао, чу, чу, чо, чо. А вот звук ч – это сочетание звука ч и ш в русском языке. Опять-таки, не расщепляем ни в коем случае. И обратите внимание, что этот звук мы произносим с придыханием. Ч, ч. Посмотрите, какие примерчики у нас есть. Ч, ч, ча, ча, чу, чай. Чу-чай. Звук «ш» – это, в принципе, аналог русского звука «ш». Но давайте сравним русскую и китайскую все-таки. «Ш» – это русское, «ш» – это китайское. За счет чего у нас получается разница? За счет того, что мы подвернули язык. Посмотрите примеры. «Шо», «шо», «шей», «шей», «шао», «шао». И последний звук на сегодня – это звук «ж». Он аналог русской буковки «ж», и можно даже сравнить с предыдущим звуком «ш». То есть мы делаем все то же самое, но озвончаем. «Ш», «ж». И давайте еще раз сравним, как звучит русское «ж» и китайское «ж». А вот и примерчики. «Жэн», «жэн», «ж», «ж», «жу», «жу». Ну что, ребят, я надеюсь, что коварные согласные теперь не кажутся вам такими уж коварными. Если это так, то ставьте свой коварный лайк коварному Лауши и не забудьте коварно подписаться на наш коварный канал. Пока!